Итак, селфи на фоне красивого заката стало причиной гибели 15-летнего подростка. Трагедия произошла в Балахнинском районе. Школьник вместе с двумя девочками забрались на крышу пятиэтажки. Оттуда мальчик и сорвался. Она переживает, да? Я буду курить. Такой большой, я сам тупой. Вот он с угла упал. С угла. Он падал уже. У него куртка, говорит, как парашют надулась. Ну вот именно вот здесь вот он и лежал. Вот здесь мы ему еще тут смачивали губы водичкой. Он был в сознании. Мы просто говорили, держи, сейчас приедет скорая, все будет хорошо. Делали селфи на фоне заката. Это то, что в интернете сейчас показывают, что это весело, что это красиво, хорошо. Поэтому вот он решил на себе попробовать. Селфи, да, ну, вот это вот дебильное делать. Селфи. Он не хотел идти на крышу. Как, не знаю, может, как чувствовал. Его стащил туда Алла. Работа проводилась, и с детьми говорили на тему их личной безопасности всегда. Поэтому все сказано и будет сказано еще раз. Виноваты ЖКХ, потому что как бы в каждом подъезде закрыт вход на чердак, а здесь открыт. У всех, во всех домах эта крыша закрытая, но именно в этом доме она у нас почему-то открыта. Наверное, нужно было, чтобы вот какая-то трагедия случилась, чтобы ее сразу закрыли. Он был заблокирован, там была цепь закрыта. То есть исключить возможность доступа посторонних лиц. Как у меня сегодня работник утром отправился туда, доложил, что цепь была взломана, сорвана. Туда попадали. Может, ключи подбирает или срезает замки. Молодые люди, четверо было. Ищет подвиги. Они сейчас вон и фотографируются на крышах, сами знаете. У нас мальчик, он один погиб, вообще залез вон на эту, на бочку, на сковольтную в Балахне, он тоже отсюда, из этого же дома.